Привет, меня зовут Левачин Константин, я из города Смоленска, работаю в компании «Открытые технологии», веб-программистом. Вообще, мне с детства очень нравились фильмы, где там что-то делают с компьютерными технологиями, хакеры что-то взламывают, но в школе у нас не было программирования, и первый раз я с ним познакомился в колледже. Как помню, это еще был язык Basic, и я начал как-то искать информацию в интернете, какие-то статьи. Вообще, сразу меня очень захватило любопытство, прям с ног до головы. Я мог не спать ночами, что-то делать постоянно, пересматривать какие-то видеоролики, обучающие по 5-10 раз. Я уже в этот момент понял, что хочу связать свою жизнь с программированием и хочу заниматься только этим. О Geekbrains я узнал первый раз из интернета. Курсов я проходил достаточно много, я прошел очень много бесплатных курсов на Geekbrains, а платный выбрал, это был целый пак такой из курсов, это полностью профессия веб-программист. Включал несколько курсов, это были курсы по PHP, по JavaScript, по HTML. Ну, мне очень нравились моменты, когда задавали домашние задания, что ты проходишь курс, потом садишься спокойно, начинаешь что-то делать, и вот оно запускается, работает, и ты прямо вот в душе радуешься, как ребенок. А сейчас я работаю в городе Смоленск, это мой родной город, в компании «Открытые технологии». Работаю веб-программистом, даже можно сказать фулл-стак-программист, потому что приходится делать что-то на бэкэнде и верстать. У меня есть проекты, как и полностью написанные с нуля, так я и участвую в поддержке уже существующих проектов. На первых этапах обучения, по собственному опыту, могу сказать, что следует уделять внимание каким-то вот базовым вещам. То есть не пытаться охватить все полностью, а понять какие-то базовые элементы языка, структуру, какие-то отдельные компоненты. Программирование — это как новый мир. Только войдя в него, сразу все изучить и познать у вас не получится. Нужно какое-то время провести в нем. Также рекомендую составить план, как вот именно будет проходить обучение, потому что он будет также вас мотивировать. Вот вы будете видеть, что это вы уже прошли, вот это осталось. Это будет постоянно давать энергии, чтобы вы не забрасывали дело и шли дальше. Вообще, программирование — это очень интересно. Если вы решили встать на этот путь, выбрать это ремесло, то нужно идти до конца. Да, будут сложности, да, вы будете что-то не понимать. Вообще, это чувство, когда ты создаешь что-то новое, и этим могут пользоваться другие люди, и вот ты понимаешь, что ты сделал что-то полезное для них, вот, у тебя происходит прям такое воодушевление, и хочется просто создавать, творить все новые и новые вещи.